В Ярославском музее-заповеднике стартовал проект «Кинолето 2.0». Под открытым небом в стенах бывшего Спасо-Преображенского монастыря проходят кинопоказы. Экраном летнего кинотеатра стала «Звонница». Проект проходит уже второй год подряд. В афише картины разных лет, ведущих режиссеров отечественного кинематографа. Все работы объединяет одна тема – революция 1917-го. В этом году отмечается 100 лет со дня одного из самых кровавых переворотов в России. Некоторые показы будут предварять кадры документальной хроники или музейных экспонатов, рассказывающие о событиях столетней давности. Также летом 2017-го музей-заповедник присоединился к губернаторскому социальному проекту «На высокой волне». Это означает, что бесплатно посетить кинопоказы могут пенсионеры и студенты. Тут специальная такая атмосфера особенная царит, когда вокруг тишина, ведь мы привыкли к музею, когда здесь много туристов. Здесь все светло, а тут в полумраке, когда светят звезды, и мы видим, что погода нам тоже благоволит. Можно в тишине просто вот такой релакс в историческом месте, когда ты видишь исторические картинки и видишь лица людей, которые просто отдыхают.